Как понимаешь фразу «выбора нету»? А у нас нету выбора, потому что он уже предопределен. Все варианты предопределены. И у нас выбор складывается только тот, вне зависимости от нас, который будет для нас самым наилучшим вариантом, а не тупиком эволюции. Грубо говоря, так. Поэтому выбираем то, что выбираем. У меня есть посты классные про выбор. Вот. Если вы имеете, ну, там, допустим, три варианта выбора, да, вот куда пойти, сюда пойти, сюда пойти или сюда пойти. Если вы делаете выбор четко и говорите, я пойду сюда, не оглядывайтесь назад, не думайте, а надо было бы другой выбор сделать. То есть четко уверены и ему следуете вот этому выбору. Тогда все события максимально наилучшие, вот которые только возможны из всех вариантов, они сложатся для вас самым идеальным образом. Именно под этот выбор, если вы не оглядываетесь назад, не думаете, а правильный этот выбор был или неправильный. То есть вы взяли ответственность за свой выбор и идете по этому пути, не жалея ни о чем и не думая о других. Если вы в этой же ситуации выбрали вот этот выбор и делаете то же самое, то есть выбрали, неважно, даже если ваш ум понимает, что может он какой-то не такой, но выбрали вот этот вариант. Выбрать — это значит не передумывать, не оглядываться, не сожалеть, не думать о других выборах, а вот сделать выбор, взять за это ответственность. Вот, то под этот вариант сложатся самые наилучшие события, которые только вообще возможны, которые приводят вас к росту, расширению, там, к энергии и так далее. Вот. Если вы выберете этот вариант, будет то же самое. Но какой бы вариант вы бы ни выбрали, если при этом вы будете сожалеть, оглядываться и так далее, выбор не сделан. Соответственно, у вас не будут... будут наилучшие варианты складываться, но в наихудшем виде. То есть вы будете проходить такие уроки, которые, ну, с одной стороны, нет же плохого и хорошего, в итоге, которые вы пройдете, наберете мудрости, опыта и так далее, но вы будете страдать при этом, потому что ответственность вы за свой выбор не взяли. Можно сказать, выбор еще не сделан. Посмотрите фильм «Господин Никто». Пересмотрите его несколько раз, и у меня где-то было, я не помню, здесь в запрещенной сети, в каком-то халайтере, интерпретация этого фильма про выбор. И там вот я объясняю моменты на вот этом фильме. Если мы не сделали выбор, то у нас уже сделан выбор, не выбирать вот эти выборы, и у нас сложится реальность таким образом, наилучшим вариантом, под выбор, который мы не выбирали, господи. То есть не выбирая, это тоже выбор, грубо говоря. Если у вас есть сомнения, то идеальные события не сложатся для вас. Поэтому нельзя сомневаться. Неважно, что бы вы ни выбрали, если вы взяли за это ответственность, за свой выбор. Все, я выбрала. Это моя зона ответственности. Я не жалею, я не оглядываюсь, я иду по этому пути. То именно под этот путь сложатся самые идеальные варианты. Ну, например, вы ищете мужчину. Какого из трех выбрать? Можно четвертый вариант, ничего не выбирать, никого не выбирать, никуда не идти, никого не искать. Вот. Ну вот вы выбрали вот этого мужчину. И если вы изначально понимаете, что это мой выбор, я не жалею, я не оглядываюсь, я не думаю, я не трачу время, внимание на вот эти остальные выборы, вот, то будет самый идеальный вариант, и вот этот мужчина кармический, самый классный, который вот нужен был, самый идеальный вариант будет для вас вот именно с этим мужчиной. Если вы выберете вот этого, и то же самое, не будете оглядываться, жалеть, там, господи, надо было вообще другой вариант. Я не говорю там спутника жизни, давайте хотя бы возьмем выбор на один день пойти в ресторан, то это будет самое наилучшее событие, наилучший вариант для вас. Остальные будут тупиковые события. Поэтому берите ответственность всегда за свой выбор и не жалейте. Но выбрать выбор — это не значит, что вы вцепились за это и должны с этим быть.
Нет. То есть оглянешься, каменеешь, да, кстати, классная сказка. Если вы выбрали какой-то выбор, ну, там, допустим, мужчину, это не значит, что вы теперь до конца жизни с ним должны быть. Нет. Вы выбрали, значит, так оно и мне надо. Наилучшие варианты событий со мной происходят. Я не оглядываюсь, я не жалею, я не передумываю, я не анализирую, не сравниваю с другими вариантами и так далее. Вот. Но как только у вас там расход, вы расходитесь. То есть за выбор мы не держимся. То есть мы выбрали и знаем, что это наилучший вариант. А как дальше события сложатся, вы уже наблюдаете и ни за что не держитесь. Вообще по жизни ни за что не нужно держаться.